Об итогах работы за 2022 год, о перспективах на будущее и о том, что было сделано управляющей компанией «Коммунресурс» для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Самары, поговорим в программе «Город С» 23 декабря 18:15 в прямом эфире с Леонидом Пугачевым, генеральным директором управляющей компанией «Коммунресурс». Ждем ваших вопросов по телефону студии 202 11 22.